Но растягивается и шея, и, в общем-то, до самого низа позвонки тоже растягиваются, особенно до середины сильно растягиваются. Повторяйте, как видите, легко одевается, легко снимается, но это полезное устройство. Итак, посмотрев на то, что представляет из себя петля Глисона, смотрите, я прикинул, что вот приблизительно такая выкройка должна быть. Вручную приблизительно самостоятельно нарисовал, прикинул. Сначала вот такую сделал, но оказалось, что вот этой дуги не нужно. Слишком впереди будет петля, и тогда голова будет немножко задираться назад. То есть вот должна быть ровная поверхность и немножко меньше вот эти окна я сделал. Ну а так все остальное как бы одинаково. Что я сделал? Взял какую-то там, как видите, какая-то старая плитишка. Переносим сюда. Пока я проймы для ушей не буду переносить. Посмотрю, будут они мешать или нет. Будет ли зажимать уши. Ну и начал уже вырезать. Собственно, никаких трудностей. Мелом перенес на край ткани и вырезаю. Собственно, на этом я хочу и закончить. Сейчас просто край отделаю таким образом. Края прострочу, чтобы они не лохматились, и пришью с задней стороны, чтобы вокруг можно было одевать и застегать на застежку, именно на липучку. Ну, в общем, все изготовление. Ну и здесь я такие хлястики из ременной ткани прошью здесь на какое-то расстояние, чтобы она была достаточно крепкой. Думаю, что этого будет достаточно, поэтому дальше покажу, как я продолжаю пошивку. Ну что же, я пиковал полностью. Тут получилось несколько тканей. Если у вас одна, то ничего не нужно делать. Ну и теперь вот для того, чтобы вокруг шеи и застегалось, я кусочек отрезал липучки одной и другой стороной. И сейчас пришиваю. Просто очень простая процедура. Просто пришиваем. Возможно, у вас лучше получится. Я как швец не очень, как швея. Я по ремонту швейных машинок для шитья это немножко не мой профиль. Ну, собственно, и все. Это все, что нужно сделать. Что получается, что теперь у нас будет вот здесь голова. Ну, сейчас все покажу. И вот к вот этим верхним петелькам нужно пришить такие петли, куда можно будет вставлять, цеплять за верх. Сейчас я взял вот такую ленту из какого-то ручка от какой-то сумки и пришью вот сюда петельку. Вот как-то, не знаю, как-то так пришью.
сейчас прострочу насквозь, просто вот так, с наружной стороны, вот так, чтобы в случае чего здесь не придавливало к голове. Просто беру, пришиваю. В две пришивать не буду, пришью в одну и вот так полосами туда-сюда. Так, ну и в разворот буду прошивать туда-сюда, а потом прошью хорошо вот здесь в несколько рядов, вот так вот, и сделаю петлю. Ну что же, смотрите, что получилось. Вот такая петля глиссона. Я ее повесил на удлиненный тренажер, специально сделанный под систему Бубновского. Но дело не в этом. Вот так он выглядит сзади. Из-за того, что здесь застежка, он хорошо одевается. Просто засовываете туда голову. Сзади прихватил, и все. Вот так раз, и все. То есть тут регулируется, вы уже сами регулируете. Ну и, в общем-то, удобная система. Можно, у меня есть такой, такая планка, ну, можно, в принципе, и свести в одну точку. Из-за того, что ткань мягкая, она не давит голову. Как это выглядит сейчас, покажу. Да. Итак, смотрите, вот она в разобранном состоянии. Просто сзади раз, ну и все. И тут уже вешаете, можете добавлять грузы, сколько вам нужно, или просто подгибая ноги. Подгибая ноги, вы можете регулировать нагрузку. Да, выглядит не очень красиво, но растягивается и шея, и, в общем-то, до самого низа позвонки тоже растягивается, особенно до середины сильно растягивается. Повторяйте, как видите, легко одевается, легко снимается, но это полезно. Устройство. Ну, а вот так оно снимается и вот так выглядит. Увидимся на канале. В конечном итоге хочу вам показать, вот так выглядит конечный результат. Это специально я пришил сюда лямку. Ну, а вот здесь, с этой стороны, пришил липучку для того, чтобы соединять сзади на шее, чтобы не засовывать в дырочку, а можно было спокойно сзади закрыть и раскрыть. Повторяйте, можно цеплять на просто на дверь, на какой-то крючок и регулировать поджатием ног. В принципе, если вы посмотрите в интернете, многие даже полностью вешаются, поднимают ноги, но не сразу. То есть делайте нагрузку, особенно обратите внимание те, у кого есть травма позвонка. Там нужно проконсультироваться с врачом. Ну а понемножку и делать наклонные и поворачивающее движение позвонком. Смотрите в интернете упражнение с петлей глиссона.